Киев назло Донбассу снизил темпы роста ВВП. Украина потеряла 1,5% из-за блокады ДНР и ЛНР. Об этом заявили в правительстве незалежно. Это следствие потери промышленных предприятий и отмены грузового и транспортного сообщения. Я напомню, что так называемую блокаду весной начали радикалы и ветераны, а то под руководством нардепа Семена Семенченко. Бравые патриоты перекрывали железные дороги, даже захватывали составы с углем. Киев старался этого не замечать. В итоге руководители ДНР и ЛНР решили национализировать предприятия Донбасса. Порошенко и компании ничего не оставалось, как объявить о блокаде официально. Правда, ни к чему. Кроме перебоев с углем и коллапса на украинских тепловых электростанциях, это не привело.